меня волнует то, что вот я живу на проспекте Ленина, и меня волнует то, что тротуары на этой улице, вроде бы, казалось бы, ну, проспект Ленина, да, вообще не освещены. То есть пору хоть бери фонарик и ходи с фонариком. Освещена только проезжая часть. Я хочу обратиться к администрации. Осветите тротуары на проспекте Ленина, чтобы люди могли спокойно ходить, а не с фонариком. Все-таки живем в 21 веке. Ну как так, что нет света? Дорогие друзья, я очень рад тому, что в моей жизни случился этот замечательный город. И именно случился, потому что в этом городе живут прекрасные люди, отзывчивые, доброжелательные, приятные, всегда помогут, всегда подскажут. Очень рад тому, что я живу в этом городе, что мои друзья живут в этом городе. И, грубо говоря, даже уезжать не хочется. Поэтому любите свой город, оставайтесь всегда прекрасными, добрыми и милыми людьми. Мне больше всего нравится смотреть смешарики. Там умный ежик. Я хочу всем передать бабушке, дедушке и учителю. И всему миру. Всем привет. Я бы передать маме, папе и дедушке. Я вот удивляюсь, каждый раз приезжаю за супругом. Вы вообще видели, сколько народу выходит с завода? Это же просто толпы, это тьма людей. Что они там делают? Что они там делают? И расскажите, пожалуйста, людям, что там делают в этом нефе загадочном. Мне очень интересно. Вот. Это жутко. Вот я смотрю, и мне страшно. И мне иногда хочется заплакать в машине. Вот. Ну, просто они идут, они похожи друг на друга, у них одинаковая походка, и неизвестно, что же они там делают все-таки. Ну, а вдруг здесь опасно жить? А какой здесь уровень радиации? А можно ли здесь грибы собирать? Вот эти вопросы, друзья, я считаю, очень важными. Я вообще очень рада в последнее время, потому что нашла работу, такую, которую я хотела, и она очень сильно связана, потому что у меня все родственники почти работают в этой сфере. Я поэтому еще хотела передать привет своей сестре. Она сейчас в Москве, обучается на журналиста. Поэтому я желаю ей удачи.